Приветствую вас на канале Asmodee Play, подписчики и те, кто просто зашел. Итак, сейчас мы играем Dark Souls. У нас третий луч надо зажечь. Давайте продолжить. Зажгем третий луч. В предыдущем видео мы второй луч зажигали, потом первый. До этого у нас был алгоритм, как убить паука. Главаря, давайте сохранимся сразу, чтобы не было курьезов. Так. Ну что ж. Так, так. Где-то тут что-то открывалось. Надо наверх идти, правильно? Блин. Все так вот нелегко и непросто все это делаться. Минутку. Легко и непросто. Куда мне? Блин. Нет. На, вот так. На. Подожди ты. Я не понял. На. На. Кто-то не смутился? Кто тебе помешал? Бум. Так, это что, хвататься надо? Так. Вы выше поднялись, так? Я так понимаю? Где какие-то ворота открывались? А где? Будем куда поставить спонсор нашего показа сегодня, пиво Рижское. Так. Мне надо как-то туда попасть. А что у нас там есть, я еще пока не знаю. Так. Никаких порталов я там не вижу. Не надо, не надо. Ну, блин, будет не хай, ладно. Пойдем посмотрим отсюда, как нам туда забраться. Ну, портал видим. Но он не верхний. Надо наверх попасть. Подожди, а вот... Нет, надо все равно выше. Что-то я выпускаю. Есть портал. Так, а как мне его зажечь? Он слишком далеко находится.
Где ты? Блин, не мог он целился, что ли? Где портал? Хрена. Так. Блин. Знаете, что ли, вставать? Ладно. Попробуем тогда вот таким путем идти. Где? Портал где? Вот так. Пойдем, пойдем, пойдем. Это я не понимаю, куда мне тут? Подпрыгнуть надо. Да нет, не сюда. Ой, немножко морока. Ну. Сюда. Нет, никуда. Блин, близкий. Так, я ощущаю, что я что-то неправильно делаю. Есть маленько другой вариант. Я делаю неправильно, и, наверное, вот сюда надо куда, где? На! На! Да, блин. Так, вот. Вот так. На. На. Да не туда мне надо. Вот так. Пока. Что-то наверху есть, я уверен. Как мне так запрыгнуть? Ага. Есть внутри, вон, закрыто там. Давайте сюда пройдем, посмотрим, что здесь. Куда это я пришел? Так. Не совсем ясненько. Совсем понятненько. Так.
Так, это что, надо теперь как-то. Да блин. Вот так. Взял. На. Так, что у нас еще тут? Все, больше ничего, да? Хорошо, так. Это я. Куда это я? Блин. Сохраниться. Сохранить. Да. Потом он так убьюсь, а вообще за так. Ладно. Надо как-то выпрыгивать туда или что? На. На. Смотрим. Ага. Так, вот что мне так прыгать? Даже не понимаю, когда мне надо прыгнуть так, чтобы туда пролететь. Ладно. Вот так. Успел. Успел, видимо. Что тут? Биться с кем-то. Так, наверх. Наверх мне как попасть? Или наверх? Нет, наверх, наверное, потом спуститься оттуда. Как-то. Видно, что можно. Но непонятно пока как. Ладно. Ну-ка. Вроде нигде не просвечивает, да? Хорошо. Портала тоже пока, да, не видно вроде. Ага, взлететь надо. Все понятненько. Все ясненько.
Только ни хрена там лететь-то. Куда я должен так упасть, чтобы так взлететь? Портал. Портал, портал, портал. Как мне тебя? Минутку. Так, где мне взять гранату для тебя? Ладно, давай пока вот так сделаем. Может, где-то ты все понятно. На. На. Ждем. Это на меня направлен. В стену. Ой, это бомба была. Так, ладно. Так. Сюда точно нет. Так, берем. Что бы это ни было, берем. Так, я где-то тут видел. Вон она. Понятненько. Да что твою мать, ты бросай ее куда-нибудь. Почему так? На. Что-то не понял. Подожди, подожди, тут где-то еще было. Так, ладно. На. Взорвал. Подождите, подождите, не спешите. Оп. Здесь-то тоже надо. На. А. Минутку. Бам! Разблокировал. Ну, допустим. Так, я сохранюсь. Данные сохранить. А. Да, вот здесь. Принять и сохраниться. Сколько ты так будешь? Открылось и все. Ой, так это самый низ.
Ладно. Вот, не то. На. На. Все понятно. Теперь мне надо, значит, куда-то в другую сторону. На. Ждем. Опа. Фрагмент брони из бездны. Так. Куда идти тогда? Получается вопрос. Портал. Точно. Вспомнил. Я ж портал разблокировал. Разблокировал. Значит, мне туда. Вах. Ладно. Ладно. А, у меня живот есть. На. Так. Давай, показывайся. Такой круговерть. На. На. Опа, перепрыгнул. Пойдем ставить наверх портал. Что он нам даст? Что за война для мужика имя? Война. Хоть у войны не женское лицо, но почему-то... Зачем его как женщину-то называть? Почему не хватило? Блин. Почему не хватило? Достал. Только что достал? Ключ, наверное. Ключ достал, конечно же. Тут больше ничего нету. Блин. Ладно. Должен, мне, как понимаю, надо наверх подняться туда. Так. Не знаю, как это сделать, конечно, пока не обдумал. Но. На. На.
Сейчас смотрим. Опа. Так, прошел. Так, куда-то мне не надо, да? Идем. Открывать. На. Где у меня портал есть? Вот здесь вот. На. Что-то ничего не вижу. Походу дела не там портал открыл. Да нет, все там. Значит. А, ну правильно, если я высоко сделал, там же все правильно. Это я сам тормознул. На! Глаз! Получилось. Ой-ой-ой-ой-ой, ладно. Давайте, я готов. Кто тут появится? Это еще не все. Тихо. На. На. Опа. Наполовину. Ну, чуть меньше половины. И коса наполовину. Ладно. Блин, сейчас опять этот. Ага. Хорошо, зашел. За мной мост обрушился, это я уже понял. В смысле, это уже все началось, да? Да. Да.
подождите вы. Не получилось. У меня. Да. Нет, так. Да, да. Давай. Наваляем его. Сейчас подожди. Ты, наверное, не так меня понял. Да. Скучился. Гаммы овер тебе, придурок. Ой, балда. Да-да-да. Ладно. Нам сюда. Опа. А, нет, смотрите-ка. Да, не надо стоять на них. Так, подождите. Налью себе нашего спонсора. Наш спонсор, не забываем, Рижская. Давай, 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 давай. Живительная влага на жидкий хлеб. Блин, так-то, да? Такая мини-головоломочка. Так, опять у нас башня кувыркающаяся. И бомбы опять. Хрен там, не успел. На. На. Пойдемте смотреть. На. Понятно. Так, сейчас они развернутся. Опа. Все, это пробили. Блин, мне бы в магазинчик сходить, прикупить бы чего-нибудь. Так. Неплохо, неплохо. Блин, бой. Ладно, посмотрим, кто у меня здесь. Твою ж-то мать. Стойте. Ладно. С вами я покончил. На. Стой. Спокойно. Порвало. На. Давай-ка еще раз вот тебя. Покошмарил. Кто на меня? Смотрите-ка, нет, кто-то остался, что ли? Даже хаос не спасет тебя!
Еще разок. Твоя душа моя. Да. Твоя я дам твою душу. Моя. Но это что ты какаешь? И то пока летит. Понял? Ой, свою фишку бессмертия, блин, потратил на этих козлов. Может, не надо было? Где мне теперь ее накопить? Будем смотреть. Надеемся, не попадется нам этот босс-молокосос. Так. У меня вот есть, ага, чего-то там. Как бы мне туда потом пробраться? Это такая мини-головоломка. Уже. Чтобы хоп-хоп выпрыгнуть. Хоп-хоп. Подождите. Опускаемся на дно, берем. Сколько я их собрал? Так, мелких все собрал. А зачем нам это надо? Чтобы попасть в портал. Ну ладно, давайте пойдемте крутить. Ага, желоб. Души. Кстати, если я не демон, зачем мне души? Так, запустил какой-то механизм. Ну вот, как-то так стало. Что-то где-то. Что мне это дало, правда, не знаю. Так. Так, звук убери на 3. Так, подождите минутку. Ну, опустил я ее. Что с того-то? А это я вообще не понял, зачем мне... Что оно мне дало? Ладно. А, минутку. На. На. Вот так. Все. Вот это единственное логическое объяснение. Даже как-то не подумал, что воду-то перекачать. Хорошо. Так, ну тут отсюда бы я выбрался. Предположим. Вот теперь крутить-то надо, поди. Мне кажется, вот здесь что-то должно вылезти. Нет?
такие катакомбы тут. Кто читал книгу «Хроники Сиалы», должен знать, что такое костяные дворцы. Вот что-то похожее такое, только там под землей было, это над землей. Так, ну-ка давайте посмотрим, что еще там. Что-то я не осознаю. Ну, пушка, ну, теперь эта штука крутится. Мне-то от этого что... А, вот. Ой. И на. И на. Опа. Блин, так тогда прикольно. Кстати. Головоломочка. Головоломочка, головомойка, головоломка. Куда меня несет? Блин, в Бэтмене также на башню поднимался, только, ну, естественно, сам. Ага, рано заделал. Опять он. Твою ж мать. Подождите, сохранюсь. А я бессмертие потратил. Ладно. Стой. Ага, тут даже вот так вот. На. Мать-то. Что, мимо что ли? Так, блин, что за управление гадское? Так-то он мог, я уже понял. Так, пролетаю над гнездом кукушки, вот так скажем. На! И в сторону, но нет, сначала надо его побить. И в сторону. Беги, Форест, беги! На! На! Давай, давай, скотина. Так-то вроде бы. Ой. Ни хрена. На. Блин, из этого управления кто играл? На PlayStation 2 в Resident Evil того будет, да, проще с ним. Блин, подбил. На. На.
Ладно, сбил же подвидика. Еще минутку. На! Сколько раз, не знаю, правда, 3-4. Победа близка. Прорвину. Что-то это мне Робот Джокс. Кстати, фильм старый есть. Толтон, у него рука отделялась, которой он мог стрелять рукой, кулаком. И его также своим же кулаком подбили. Интересный фильм. Хрен знает каких годов, лохматых. Вот, посмотрите. Рекомендую. Так, что мы тут смотрим? Что мы тут видим? На! На! Так, первую заделали. А, вот так даже. Охренеть! Подожди. Ой. А, ну все, подожди, а если ты так пробил? Мне просто интересно, что там. Да. Все, понятно, не зря я все-таки спустился перед тем, как там это нажать на кнопочку. Чувствую, что-то не то сделал. Как хрена это сделал? Блин, так долго подниматься? Надо делать нечего, за ошибки надо платить. Все-таки первый раз игру прохожу, первый раз. И вот, ну, не знаю, мне нравится. До этого подобную игру проходил уже такую, только лохматых годов, но она у меня тоже, да, в списке есть. На! Теперь здесь. На! Вот! Говорю же, что-то не то сделал. И уже вот это упускаю. Ой-ой, начинается. Смотрите-ка, перенаправил. Куда? Сюда направил, да? Ну да. Вот он лучше идет. На! На! Подожди. Сначала сюда надо нажать. Оно в том и заключается, подвох. Эй, эй, эй.
мне. Вот так. Вот. И уже теперь бам. Сюда. Не. Нам в другую сторону надо. Все. Так, тут у нас все собрано. Давай. Так, минутку. Ну, я знал, да, что она должна была опуститься, потому что не может быть все так легко и просто. Ух ты! Я туда. Где? Не. Опа! Давай. Взял. Так, на. Так, чтобы мне пробить туда. Души. Понятненько. Блин, сколько всяких мулек тут, да? Так, ладно. Что у нас имеется? У нас имеется портал вот здесь. У нас имеется портал вот здесь. Маленечко не понял, конечно. А что там? Там нету ничего. Хорошо, так. На. А, все понял. На.
Так, ладно. Значит, получается... Так, ладно. Значит, надо. Минутку. На. Перенаправил. Все. Ушло. Сюда, сюда. Да, блин. Ты что такое инвалид-то? Едем вниз. Едем, едем вниз. Так, мне надо бы с ним сражаться или нет? Первоначально. Это он как восстанет сейчас. Что я буду делать? А мне еще луч тащить. Да, просто поднялся. Вот еще смотрите, это вот на сохранялке такая штука есть, когда сохраняешься. Ба, вот еще раз куски выбил. Да, тяжеленький. Ладно. Открыли. Мимо, блин, промахнулся, ладно. Вас подловим. Что-то не понял. А, ну вот. Давай, Азриэль. Который последнюю печать не сломал. Из-за вас, говнюков, все это началось. Больше ты нам не можешь быть полезен, Азраил.
как ты собираешься выбраться из башни, когда покончишь со Страгой? Страга и башни едины. Даже если ты сумеешь одолеть его, то без меня окажешься в ловушке. Он нужен нам. Молись, чтобы всадник не вернулся живым. Так, я так понимаю, что меня хотят убить, причем Страга и хочет. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и что ж, увидимся уже только в следующем видео. Пока!